В картинной галерее состоялось открытие региональной выставки «Погружение» и «Дольше века. Длится день», посвященной 80-летию депортации карачаевского народа в Среднюю Азию. Посетители могли не просто ознакомиться с жизнью карачаевцев в те печальные годы, но и почувствовать тяжелые минуты выселения. В выставке принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Они сказали, что нас выселяют по указу Сталина и дали на сборы 15 минут. Я разбудила детей, быстро собрала необходимое и вышла на улицу. Там уже было много людей. Нас посадили на машины и повезли на станцию. Там посадили вагоны и отправили в Азию. Это театрализованное представление полностью передает атмосферу и боль депортации карачаевского народа. После эмоционального выступления представители научного коллектива Музея Республики пригласили всех собравшихся погрузиться в уникальные трагические страницы истории карачаевцев. На выставке представлена информация о известных сынах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и воспоминания очевидцев, которые пережили эти тяжелые годы изгнания. Когда мы смотрим на все это, на все эти экспозиции, перед глазами проплывают те годы, которые от нас очень далекие. Мы видим уклад и быт нашего народа. Видим эти злочастные вагоны и этот несчастный народ, который ехал и не знал, что его ждет. Нам кажется, что вот с этой выставкой можно поздравить и коллектив, и руководство нашего музея. Эмоциональные художественные образы, световые, визуальные и аудиоэффекты заставляли гостей выставки прочувствовать всю горечь и боль депортации. Даже те, кто, будучи ребенком, стал очевидцем этого трагического события, увидев в экспозиции те самые вагоны, которые перевозили депортированных, испытали на себе чувство утраты родины. Я родилась в Казахстане, в Джамбульской области. И когда, только я родилась, и сразу родители выезжали оттуда. То есть на год они позже выезжали, в 1958 году. То есть, я знала, что всегда... С детства была такая болезненная, все время болела, но меня, как только я зашла в этот вагон, и как будто бы я уже была там, как будто бы я уже однажды ехала в этом вагоне, и у меня такие сразу ощущения такие появились. Выставка «Погружение» и «Дольше века длится день» была подготовлена научным коллективом музея и школы креативных индустрий. Гости выразили благодарность организаторам выставки за проделанную огромную работу в реализации этой идеи. Хотелось бы отметить, вот эта выставка, она несет на самом деле себе вот эту информацию, тот настроение, тот быт, который был у наших, как говорится, старших. И я хочу сказать здесь большие слова благодарности министру культуры и его команде, творческой команде, которые смогли частично передать ту атмосферу. Атмосферу страха, неожиданности, неуверенности, понимаете, то, что испытывали наши старшие. Это наш первый проект подобного формата, и мы рады, что нам удалось реализовать его. Здесь представлены уникальные экспонаты, которые были привезены из Средней Азии, и сама подача понравилась участникам выставки, отметил министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Отличие, уникальность этой выставки заключается в том, что мы здесь специально обострили все чувства людей. Нам важно было, чтобы это была выставка, находиться в которой неудобно, находиться в которой тесно, находиться в которой темно и даже страшно. Только через это мы могли обострить чувства зрителей, наших посетителей. И, судя по отзывам, это получилось. Выставка будет доступна для посещения в течение месяца. Вход бесплатный, а для проведения театрализованной экскурсии билеты необходимо приобретать онлайн. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.